И мы начинаем со встречи Владимира Путина с премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Переговоры в узком составе прошли сегодня в Сочи. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу экономических вопросов, а также международной повестки дня. Будучи министром иностранных дел, вы часто бывали в нашей стране и возглавляли межправкомиссии. К сожалению, мы наблюдали некоторый спад в торговом обороте. Но как только вы стали премьер-министром, у нас товарооборот начал расти за первые два месяца этого года плюс 28%. У нас поддерживаются очень интенсивные контакты на политическом уровне. Италия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН. И мы очень рады возможности обменяться с вами в таком спокойном режиме, в режиме вашего рабочего визита, информации по всем вопросам, которые я только что затронул. Спасибо, господин президент. Я чрезвычайно рад этой возможности встретиться с вами и обсудить как вопросы, которые касаются отношений между Россией и Италией, которые я лично оцениваю как чрезвычайно успешные, я бы даже сказал, отличные отношения, так и обсудить вопросы весьма деликатного свойства, которые касаются...